Добро пожаловать на Бодегас Фернандо Кастро. Меня зовут Хосе. Я работаю в техническом отделе завода. Бодегас Фернандо Кастро – это семейный завод. На данный момент им управляет уже шестое поколение. Завод является одним из старейших в Кастилье-Ла-Манче. Итак, продолжаем дегустировать наше самое лучшее и любимое вино. Это Раисес Гран Резерва, которая завоевала 50 международных наград. Последняя награда была завоевана в категории «Лучшее вино Гран Резерва Део Вальдепеньяс». Так давайте перейдем к дегустации. В вине мы видим рубиновые тона. Проявляются кирпичные оттенки, происходящие от выдержки в бочке. Вино выдержано 18 месяцев в бочке из американского дуба. После этого вино хранится в специальном ящике для выдержки в течение 24 месяцев, где оно эволюционирует и приобретает запах бочки и фруктов. Сортовые особенности, которые мы стараемся сохранить во время выдержки. В ощущениях появляется аромат красных фруктов, очень зрелых фруктов, кофе, сильного пожаренного с сахаром, шоколада и немного зрелой сливы. Давайте попробуем. Несмотря на выдержку, вино сохранило сортовые особенности. Также присутствуют привнесенные ароматы дерева, шоколада, немного масла, кофе и совсем немного ванили. Вино рекомендуется к сыру манчего, например. Еще оно подходит ко всем другим интернациональным сырам. Хорошо пьется с красным мясом, дичь. Мы рекомендуем декантировать это вино перед употреблением и подавать его при температуре 16-18 градусов. В конечном счете, для нас это лучшее вино в мире.